Стерлитамаке женщина выбросила чужого ребенка в окно роддома. Некоторое время назад ее сняли с учета в психдиспансере с заключением, что никакой опасности для общества она не несет. Трагедия в перинатальном центре произошла вечером 16 августа. В роддоме провели операцию кесарево сечение двум женщинам. Обе прошли удачно. Спустя пару часов после операции одна из родивших молча подошла к кроватке с новорожденным чужой женщиной, взяла его на руки и выкинула в окно третьего этажа. Врачи пытались спасти малыша, но ребенок погиб. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 29-летней жительницы города Стерлитамака по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство малолетнего». В настоящее время организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. С подозреваемой проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного управления республики.